7 ноября в России отмечается памятная дата. В 1917 году произошла Октябрьская революция. При Советах этот день значился как самый главный праздник страны. Во всех городах реяли красные флаги серпом и молотом, как демонстрация трудящихся. Но история славного праздника закончилась вместе с распадом Советского Союза. А со временем дата была перенесена на 4 ноября, а праздник стал называться Днем народного единства. Сегодня коммунисты вышли на площадь революции, дабы отдать дань истории. Знаете что-нибудь про 7 ноября? День России. А Великая Октябрьская революция говорит что-нибудь? Ну да. А что можете о ней сказать? Точно не могу вспомнить. А в каком году хотя бы была? 1612. 612? 900. Только из истории разве? А что знаете, что расскажете? Ничего не могу рассказать. Ну не помню просто. Ну помню, что это революция и все. А что случилось-то? Не помню, не знаю. А это, получается, была революция 1917 года. Угу. А что произошло? Ну, свержение власти, именно советский народ, то есть коммунисты, Красная армия, пришла к власти. Вождь был Ленин. Если современная молодежь с трудом вспоминает, что за дата 7 ноября, то старшее поколение помнит те митинги и шествия, как вожди выступали с трибун Мавзолея и как поздравляли всю страну с праздником Красного Октября. Баир Цыдыпов, Жаргал Цариндашев. Новости дня.